Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам о презентации нового логотипа Kia. О смене логотипа корейского бренда стало известно еще в прошлом году, однако официальная презентация эмблемы так и не состоялась. Как сообщает и Korean Car Blog, официальная презентация нового логотипа Kia состоится на встрече руководства компании с Ассоциацией автожурналистов Южной Кореи в октябре текущего года. Инициатором встречи станет президент Kia Хун Ву Пак. По словам топ-менеджера, новый логотип действительно будет похож на тот, что мы видели на концепте Imagine by Kia, хоть и выглядит немного иначе. Напомним, что Kia представила свой электрический концепт Imagine by Kia на Женевском автосалоне в марте 2019 года. А немного позже, в ноябре прошлого года, на китайской международной импортной ярмарке был представлен купеобразный кроссовер Futuron Concept. Каждая из этих новинок привлекла внимание в том числе и новым логотипом, похожим на курсив вместо существующей овальной эмблемы. Как бы там ни было, ребрендинг — дело не быстрое и займет некоторое время. На какой модели впервые применят новый логотип, пока не ясно. Некоторые профильные СМИ сообщают, что таким автомобилем будет электрокар. У меня пока все, еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!